Всем самое добрейшее утро, мои хорошие. Мы собираемся на пляжик. Мы каждый день, как на работу, на пляжик. Купили с Робертом новый зонт классный для пляжа. Короче, мы вам сейчас все покажем. Все покажем и расскажем. Поехали загорать. Мои хорошие, мы приехали на один из наших любимых пляжей. Тут классно, парковочка такая огромная есть. И мы в тенечке под деревьями, вообще прям повезло, парень выезжал, и мы на его место встали. Купили зонт, ребяточки. Зонтик сегодня не получится нам раскрыть. Ветер сильный. Такой, ну, самый такой дорогой мы взяли, прям профессионал зонтик. Honey, how much we pay for umbrellas? 20? 19, короче, около 20, 19,99. Такой он прочный вообще. Ну, прочный. Чехол такой классный, у него тяжеленный. Что мы еще купили? Это мы в Джамбо были. Вот такие чашки обалденные, красивые. Ой, какие они красивые. Они, знаете, прям как супница могут быть. Я вообще люблю большие чашки. Какие они красивые. Чашечки. И я себе взяла вот такую вот подстилочку. Гляньте, она как сумочка сворачивается. Короче, с ручками. Вот такая вот штучка. Лежать на ней, загорать. Классно. Она такая большая, раскладывается. Такая клевая. Ну что, идемте. Обычно я... Купальники уже, я все с собой вожу. Ну, как обычно. Обычно я в такой шляпе загораю. Но сегодня я буду выглядеть немножечко иначе. А я хочу, чтобы у меня спина, плечи позагорали. Она у меня, она полями своими все мне закрывает. Поэтому шляпочку мы оставим. Я вам сейчас покажу, я выгляжу просто изумительно красиво. Подождите. И все-таки мы взяли и зонтик, и палки, и лежанки, и все на свете. И как вам моя шапуля, а? Красавица женщина, просто, просто идеальной красоты. Идемте. Роберт, мы вроде эмигрировать собрались. Тина не пойдет. Зонт, лопата. Хорошо, идем. Хани, why not here? Look. It's so nice here. Давай. Давай. Middle. Зонтик, лопат, стульчик. У меня кофе, палки. Ой, короче. Бери барьер, любимый. Идем. Ой, как хорошо. На морешке. Сегодня... Ребята, у нас вообще похолодало, я вам должна сказать. Да? У нас была такая жара. Это ужас, из Африки циклон какой-то к нам пришел. 40 в 9 утра, ну вы представляете, это можно сдохнуть было. Вообще, даже не хочу вспоминать, как это было. А этой ночью мы спали... Вообще без кондиционеров. Ну, пришел ветер сильный. Я сейчас... Пришел сильнейший ветер. Думала, будет хуже. Но зато ж, извините, около 30, 26, 28. Ну, сейчас утречко, еще полдесятого. Ой, как классно, боже. Where would you like to... Here, да, maybe? Давай. Давай здесь. It's okay. К принятию загара мы готовы. А кто-то очень возмущается. Смотрите, ребята, какой зонт классный. Прочный такой. И сама ткань. Ой. Сама ткань, видите, какая прочная такая. Чехольчик я повесила. Лопата сломалась у нас. Ну, то все фигня. Так, а теперь хочу вам показать, продемонстрировать, ребятки, мою подстилочку. Смотрите, здесь подушечка. Я надула еще, и подушечка тут есть. Гляньте, как круто. Под голову подклад. Ах, красота. Ветром сдувает. Сильный ветер сейчас, ребятки. Сильный.
сильный ветер. Какая красота. Я потом еще сверху постелю. У меня такая есть классная, удобненькая. Тоже подстилочка для пляжа. Все, мое ложе готово. Серджио Такини. Мое ложе готово. Это Роберта ложе. Где? Что такое? It's cold? Роберт! Что такое? А, волны, говорит, тапочки унесут. Роберт говорит, вода прохладная. А ну-ка. О, да. Я говорю, пах, ну, прохладней стало. Гора... О, ну такая, люди плавают. Ну такая, о, прям ледик. It's cold, really cold. Cold вот. Да, если мы пару дней назад плавали, прям кипяток вода уже была. Ну прям, знаете, ее уже не чувствуешь, настолько теплая вода. Да ну, honey, I don't want swim now. Я пойду поваляюсь по загару. Как-то так, как-то, я не знаю. Ну еще чуть-чуть позагорать. Можно чуть прогреться здесь, хотя бы у берега. Не знаю, ножки нам... Я уже палку взяла, хотела поплавать. Может, все-таки окунусь. Да я сейчас лягу, нагреюсь и потом с разбега. Волны! Блин, прохладная. О! Really cold. Но ты my hero, давай. Я зашла так чуть-чуть. О! О! Не-не, прохладная вода. Не, ну так если постоять чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну давай! Хари! Браво! Okay, браво! It's okay? Cold? Cold? Ты мой морж! Мне сегодня красный. Красненький купальничек. Все красненько. Под цвет. Под цвет ноготочков моих. А, мы на пол пляжа расположились, и нам хорошо. Ну вот я сейчас постояла. Как? How are you? Still cold? Лежу, балдю, ребятки. Вообще, какой кайф. Видите, туристов нет. Тут только местные. С 15-го или с какого? Открываются аэропорты. Июня. Но там ряд стран, которые можно въезжать. Туда не входит Швеция, туда не входит ни Россия, ни Украина. Ну, Швеция вообще же на карантин не закрывалась. Там у них очень плохие показатели. А кому можно въезжать? Литва. Точно помню. Греция. Ну, Греция вообще, по-моему, это лучшие показатели в мире. В Греции. Греция, а потом Кипр. Я имею в виду по коронавирусу. Ой, я не помню. Это я читала вчера на Фейсбуке. You like? How are you? Yeah, it's okay now. Да? It's cold. It's cold, да. Little cold, да, да. Compared with yesterday, it's much colder today. Конечно. Циклон. Короче, ряд стран. Я потом посмотрю, кому интересно. Это вы сами можете посмотреть. Я это читаю на ресурсе Cyprus Butterfly. Новостной этот канал. Ресурс, канал, сайт, как угодно. В общем, и этому ряду стран не надо будет карантин высиживать. По-моему, там им надо будет за 72 часа до вылета взять справку об отсутствии коронавируса у них, у доктора. Предоставляет справочку и все, и въезжает в страну, и, пожалуйста, себе
Развлекайся, загорай, купайся. Делай все, что хочешь. Я все-таки, ребята, искупнулась, поплавала немножко. Роберт уже третий раз зашел. Но холодная вода. Холодная. Ух. Так я знаете, чем занимаюсь? Я бегаю. Вот это взад и вперед. Побежали. Оно так классно. Для кожи. Подтягивать, в тонус приводит. О! Отсекает все лишнее. Побежали. Пиши. Ой, хорошо. Ой, пиши. Ой, красота. Какая красота. Вообще. Бежим. Бежи, мой хороший. Бежи. Ой, красота. Ой, какая красота. Боже, какая красота. Мне там все прилично. Шапочка. Ой, вы знаете, уже не холодно. Honey, actually not cold at all now. Хорошо. Ой, хорошо. Ой, ребята, какая красота. Смотрите, какая вода красивая. Чистейшая. Я купила себе новые масла. Одно Ланкастер. Масло для загара. Оно еще и защита идет. И второе масло, по-моему, греческое. По-моему, какое-то греческое. Для красивого загара. Так что, я вам покажу потом. Я не брала с собой. Я дома все нанесла. Я не люблю на пляже наносить. Но в песком все. Ох, какая красота. Супер. Просто замечательно. Только вышла из воды. Я, наверное, в воде была, не знаю, минут 20-25 точно. Вода шикарная. Оно просто сразу, как, но она прохладнее, чем вот пару дней назад. И оно сразу ощущается. А так шикарная, просто шикардосная вода. Супер. Боже, какой рай, какая сказка. Что может быть прекраснее, да? И такие приливчики сегодня конкретные. Робертушка, здравствуйте. Say hello, honey. Не напрягаясь так ручкой.